били жорстко. Шокер в основному, пакет на голову. Садили на стул, руки в наручниках, подсоединяли ток. А зачем мне этот день, если я больше никогда не услышу маму? Коли я шукала батьків, я бачила стільки мертвих людей. Велосипед йому робили, так називаємо, поливали його бензином, підпалювали. На этот вопрос я не могу найти ответ до сих пор. Почему мы остались живы?